В Уральске прошла большая конференция по хирургии. С докладами выступили делегаты от нашего региона и специалисты других областей, которые приняли участие в Алматинском международном конгрессе хирургов. Всего от Приуралья в южную столицу страны отправились 8 человек. Это хирурги, которые не только представили свое видение сферы, но и переняли опыт других коллег. Теперь пришло время поделиться накопленными знаниями с медиками Западного Казахстана. Организаторами конференции выступили областная и городская многопрофильные больницы. Список тем, представленный на мероприятии, весьма обширный. Затронуто много вопросов, в частности, трансплантология в Казахстане, гепатобилиарная хирургия в Казахстане, малоинвазивная хирургия в Казахстане. И были поставлены определенные задачи для дальнейшего развития хирургии в регионах, это в частности в Западном Казахстане. Поэтому у нас имеется определенный потенциал молодых врачей, молодых хирургов, которые сейчас у нас работают в наших клиниках. И с этой целью, а также обучение молодых специалистов развитию и хирургии, мы организовали эту конференцию.